Всем привет, с вами Серя. В предыдущем видео я вам показал, как установить GTA San Andreas на Android бесплатно. В сегодняшнем видео я вам покажу, как установить Крест с лут-правами и без лут-правами. Ну что, давайте начнем. Заходим в Play Market. Введем поиск. Криоса. Просто Криоса. Вот видим, да, показывает Криоса. Нажимаем и установить. Установить Криоса с рут-правом это очень легко, а с без рут-правами сложно. Ну что, нажимаем открыть. Вот видим наверху GTA San. Нажимаем это и нажимаем Install. Вот видим Install, да. Нажимаем, чтобы включить Крио. На Крио обязательно нужен лут право, на эту Крио обязательно нужен лут право. Вот видим, предоставить. Все, у нас Крио включился. Чтобы отключить, надо снова нажать. Вот видим, теперь снова нажимаем, чтобы включить. Вот в третьей строчке видим Interscript. Нажимаем это чит, все читы, которые у нас есть, которые можно использовать. Мускул, чит, взять оружие, любую машину взять. Но я сейчас покажу вам, как включить вперед на GTA San Andreas игре. Все, теперь переходим на GTA San Andreas. А чтобы включить Клеон, нам надо наверху пальцем пускать вниз. Сейчас покажу. Вот видим, пускаем и находим чит. И нажимаем наверху палец. Вот видим, наверх просто поднимаем. Вот это оружие у нас. Вот мини-гар. Чтобы есть все оружие, которые на GTA San Andreas можно взять оружие. Вот можно стрелять. Можно взять джетпак. Ну обыкновенно чуть-чуть все можно как. Возьмем машину, любую машину. Вот видим, мы можем взять любую машину. Ну что ж, сейчас я вам показал, как установить Крест с рут-правами. Сейчас я вам покажу, как установить Крест без рут-правами. Переходим на сайт package.ru, который можно скачать APK с Крестом. Ссылка будет в описании. Нажимаем скачать APK, вот видим. Нажимаем скачать. Скачаем. Нажимаем ОК. Ждем загрузку. Идет загрузка. Ну что ж, у нас уже почти закончится. Все, загрузка закончится. Пока не устанавливаем APK. Для начала нам надо зайти здесь проводник, который можно скачать в Play Market. Заходим. Это карт. Вот до фронт, видите, до фронт. Заходим, вот мой APK. Теперь видите, это моя APK с Крием. Пока не устанавливаем, для начала нам надо зайти Android. Android OBB. И вот видим, это наш кэш. Нам надо переименоваться. Либо букву ставить. Ну, например, я ставлю число 1. Вот. То мы переименовали. Теперь можно удалить APK с нашей GTA San Andreas. Вот видим, удалить. Удаляем. Вот. Заходим в лес проводник. Все, мы уже удалили APK. Заходим в лес проводник. Тогда как. И вот видим. Заходим. И GTA San Andreas. Качаем GTA San Andreas. APK с Крио. Вот видим. Крио. Обязательно надо скачать APK с Крио. Проходите в описании. Ссылки и скачивайте. Все. Установить. Нажимаем. Установка. Обязательно нужен это APK. И обязательно надо переименовать ваш кэш для GTA San Andreas. Здесь не переименовать, когда вы удалите APK, и кэш тоже удаляется. Нажимаем готово. Все, теперь надо переименовать на кэш, который
я ставлю цель один. Все, убираем один и нажимаем ОК. Все, теперь можно открыть GTA. Все, там будет без лутовая клея можно использовать. Сейчас я вам покажу. Ну что же, вот видим, у нас клея сейчас будет работать. Опять спускаем палец наверху вниз, вот видим. Но у нас никакой мод, никакой чит нету установлен. Для следующего видео я вам покажу, как установить моды. Вот видим, у нас ни одного мод нету и читы тоже нету. Просто клея зато работает у нас без словами. Ну что же. Ну что же, я вам показал, как установить клея с рутплаван и без рутплаван. Ну что же, если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем удачи, до свидания.